гостевой дом на Калинина. Ссылка на бронирование в описании к видео. До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Гостевой дом на Калинина расположен в Адлере, в 200 метрах от пляжа. Бесплатный Wi-Fi, работает во всех зонах. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей балкон. Собственная ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут воспользоваться общей кухней, в нескольких минутах ходьбы от гостевого дома работает несколько кафе и ресторанов. Поездка на автобусе до Олимпийской деревни занимает 15 минут. Расположение этого варианта – одно из лучших в Адлере. Гости довольны им больше, чем расположением других вариантов в этом районе.